Новое расписание городских автобусов начнет действовать 7 февраля. Об этом в своем инстаграме рассказал глава Губкинского Андрей Гаранин. Напомним, ранее он организовал сбор предложений от горожан по улучшению расписания. Поступило более 200 комментариев. По итогам запустили движение автобусов в обе стороны, чтобы было удобно добираться из пункта отправления в пункт назначения с наименьшей потерей времени. Вернули остановки «Тысяча мелочей», «Центр спорта и творчества Ямал» и «Университет», а также скорректировали расписание автобусов под расписание уроков в 4-й школе. Изменения коснулись и маршрутов 4, 5 и 6. Актуальное расписание доступно в социальных сетях и на официальном сайте телерадиокомпании. И еще